Я очень против, чтобы новички шли в инвестиции, потому что статистика. Потому что статистика – упрямая вещь. Большинство людей теряет деньги. Я не хочу, чтобы люди теряли деньги. Перед тем, как начинать любое дело, следует в чем-то убедиться, чтобы не наносить себе травмы несовместимой жизни. Перед тем, как ты начал инвестировать, убедись в трех пунктах. Первое. У тебя нет долгов. Ну, просто если у тебя есть долги, и ты начинаешь инвестировать, ты затягиваешь петлю. Ни в коем случае не инвестировать с кредитным плечом. Это только профессионалы, которые там 20 лет в инвестировании, они могут поставить риски, просчитать и использовать плечи для увеличения там, доходности, но при этом с должной осмотрительностью на риски. Дальше. Убедись, что у тебя сформирован резерв. Резерв неприкосновенный, да? Тот, который не для инвестиций, тот, который нельзя вскрывать и брать для инвестиций, это резерв на непредвиденные события. Ну и, конечно же, выстави размер суммы, на которую ты готов потерять, или она надолго зависнет в не очень ликвидных инвестициях, что тоже бывает. Вот эти три пункта. Еще раз повторяю, нет долгов, иметь резерв и определить сумму, которую ты готов безвозвратно потерять. Без этих трех пунктов вот даже не приступай. По поводу минимальной суммы скажу так. Вот. $100? Да. Ну, просто можно и $1 на самом деле инвестировать. Там можно 1 рубль инвестировать. Ну, просто ну, да, так, определим условные $100. Если у тебя есть, ты можешь приступать. Раньше инвестиции были доступны только людям, у которых больше там, суммы денег. На самом деле сейчас платформы настолько делают легким и непринужденным инвестиционные процессы, и расходы на единичную транзакцию такие низкие, что от $100 уже можешь участвовать в инвестиционном процессе. Есть такие инвестиционные продукты, которые якобы инвестиционные, на самом деле это просто сбор денег населения, лишних денег. Я надеюсь, лишних. Я надеюсь, те люди, которые идут на эти штуки, у них нет долгов, у них, ну, как бы, у них резерв скопленный, у них ну, мозгов хватило определить сумму, которую они могут потерять. Вот ровно эту сумму они и потеряют, инвесторы на удачу. Это лохи. Никаких бинарных опционов, никаких ставок на спорт, никаких биткоинов. Да, на биткоинах 99% людей потеряли деньги. Потеряв эти деньги, эти люди сидят и сопят в тряпочку, они просто не высовываются, потому что им стыдно. Да? А тот 1%, который заработал, говорит, да, вот вы заработали, да, инвестируй, да, и лохов новых привлекают и так далее. Поэтому запомните, если вы теряли деньги, а я думаю, на инвестициях или на попытках инвестициях много людей пробовали и уже теряли деньги. Конечно же, стрёмно об этом рассказывать. Обычно принято о чем рассказывать? А, как я заработал деньги. Я не видел, чтобы особо люди там говорили, кто сколько денег просрал, пофукал там и так далее. Вот и все. Стрёмно об этом рассказывать. Да? Так вот, когда вы увидели бы, сколько людей потеряли деньги на биткоинах, на бинарных опционах, на всех этих пирамидах и так далее, вы бы ужаснулись. Но они не рассказывают, потому что людям очень стыдно. Мне тоже стыдно. Ну, вот типичный случай там 5 лет назад, когда я начинал вот эту вот историю инвестиционную, там звонит мой консультант, мой банкир-консультант, такой, Игорь, там такие бумаги, вот, и начинает, только все кончается, вот скоро вот все кончится, надо срочно. А у меня уже был к этому времени к нему накоплен определенный ну, кредит доверия. И почему-то мне казалось, что ну все, да, он не может меня обмануть, он не может сам впасть в заблуждение, ну как бы все. Да, и я $2 миллиона туда перечисляю. И даже первое время, год, я смотрю, там прибавочка, 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 потом через 1.5 года херакс, и мои бумажки превращаются в какашки. Короче, я посчитал, что за всю жизнь, вот за всю мою историю, жизнь в бизнесе и так далее. Вот на таких попандосиках, вот на таких попандосиках я, ну, давай так,
не то чтобы глупо просрал, а я сказал, я инвестировал в свое самообразование, в свои принципы, которые сейчас помогают мне зарабатывать гигантские миллионы, 50 миллионов долларов. Это было связано с разными инвестициями и в бумаги, и в новые компании, где, ну, по глупости просирались такие деньги. Выходит, что я не потерял 50 миллионов долларов, а я вложил их в свое обучение, в выработку своих принципов, практик, и оказывается, не только моих принципов и практик. Я вложил в нашу с вами способность больше не терять по глупости деньги. Если ты новичок и выполнил первые три пункта, то никогда не напрягай свою голову, не размышляя о том, куда и чего инвестировать и сколько. И самое главное, не слушай никаких советников. Лапши тебе повешают столько, что снимать замучаешься. Понятно? У людей есть свой интерес, поэтому они будут тебя толкать туда, куда им выгодно, но не тебе. Да? Ну или просто ты пока еще новичок, сможешь не сориентироваться и возьмешь повышенный риск и так далее. Ну, тебя, короче, затолкают на повышенный риск, поэтому ни в коем случае никого не слушай. Для новичка мой совет генеральный, один совет. Присоединись к стратегиям инвестиционным, которые уже есть на рынке, просто присоединись, стань частью существующих стратегий. Инвестирование — это все-таки зона, которая не заменяет, да, систему жизнеобеспечения и фундаментальных таких, ну, оснащений. Потому, пожалуйста, жилье, кровь, одежда, семья, резерв, вложение на личностное там развитие, профессиональный рост и так далее. Вот когда вся вот эта программа у тебя выполнена, пожалуйста, только тогда оснащай себя инвестиционными, так сказать, приблудами, пожалуйста, но не до этого. Иначе ты попадешь в перевертыш. Да, такой корабль, представь себе корабль, да, у которого центр тяжести вдруг оказался на мачте. Что будет с ним? Поэтому я желаю каждому, чтобы гигиена была выполнена, и, базируясь на этой гигиене, были построены источники благосостояния, благополучия, и все сделаю для этого. И мои 50 миллионов долларов, которые я вложил в обретение принципов, которые позволяют мне сейчас, не теряя, зарабатывать, да, без усилий делать выгодные шаги, да, я дарю вам, предоставляю к ним доступ. Давайте благоустраивать нашу жизнь вместе своими руками.